внимательно смотрим на поведение вот этой крольчихи коричневой. Она набрала сена и понесла в домик. Практически всегда крольчихи это делают безошибочно. Вот 4 домика, и она носит сено в один. Крольчиха делает гнездо. Начинает гнездиться по-другому. Это значит, что она вот-вот принесет потомство. Когда другие просто кушают, она активно работает. Сегодня-завтра она должна окролиться. Сейчас она сделает гнездо, потом она начнет рвать у себя с пузика, с живота пух, может рвать его даже у других кролей, чтобы утеплить гнездо и спокойно отложить там своих малышей. Все лезут ко мне пообщаться. Ну что, ждем потомства? Ждем потомства, да, девчонки? Принесла сено, называется, кроликам кушать. Мамка все забрала под гнездо. Молодец. Утепляй. Утепляй, умничка.